На коммунарской линии метро началось строительство основания станции «Славянский мир». Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. Агентство городских новостей «Москва» передает, что на коммунарской линии московского метро началось строительство нижнего основания станции «Славянский мир». В пресс-службе департамента строительства Москвы отметили, что на строительной площадке проводят установку монолитного блока станционного комплекса. Возведение станции «Славянский мир» коммунарской линии производится с внешней стороны Московской кольцевой дороги вдоль 42-го километра. На будущей станции в настоящее время ведется выемка грунта из котлована и строительство тупиков за станцией. Коммунарская линия пройдет от станции «Севастопольский проспект» до станции «Троицкий» и будет включать 16 станций. Ее протяженность составит около 40 километров. С помощью пересадок она будет связана с тремя другими линиями метро и СМЦК. Первый участок коммунарской линии планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Он пролегает от станции улицы Новаторов до коммунарки. Пока это все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только вы можете найти на сайте mymsk.online. Всего доброго!